Депутаты Одесского облсовета приняли обращение к президенту и генпрокурору с требованием расследовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе. Инициатором обращения стал представитель ОП-платформы «За жизнь» Вадим Шкаровский. Правда, позиции депутатов разделились. Решение поддержали 49 избранников из 89. А вот предложение добавить к обращению требования расследовать избиение журналистов и активистов под обладминистрацией 19 февраля 2014 года депутаты отклонили. Всего лишь 39 голосов «за». На сессии заговорили и об установке на Куликовом поле памятника жертвам трагедии 2 мая. Однако этот вопрос сняли с повестки дня. Губернатор Максим Куций заявил, что попытка установить памятный знак четырем десяткам погибших приведет к расколу в обществе. Но замглавы облсовета пообещал вернуться к этому вопросу на одной из ближайших сессий. Ми дійсно перенесли на наступні сесії, тому що є декілька юридичних питань. Були технічні, документальні, юридичні правки. Їх ми внесемо, і я надіюсь, в найближчому часі ми це винесемо знову в зал. Перед началом сессии обладминистрацию пикетировали общественные активисты, которые требовали от депутатов не принимать решение об установке монумента жертвам майской трагедии. Впоследствии примерно 10 человек организованно зашли в сессионный зал, их сопровождала полиция. Националисты громко выкрикивали лозунги и, по сути, оказывали давление на депутатов облсовета.